Всем привет, с вами Антон, я являюсь представителем компании HR On Group в Варшаве, и мы находимся вот возле старого города, в таком красивом месте. Сегодня у нас будет ролик с Мухтаром. Привет, привет. Мухтар, ты работаешь у нас на доставке, правильно? Да. А расскажи, пожалуйста, ты откуда? Я из Узбекистана. Сколько тебе лет? Мне 24. Хорошо. Так, ты уже давно в Польше? Уже полгода. Полгода, хорошо. Нравится? Да. А в Uber уже давно катаешь? Уже месяц. Что вот тебе надо было для того, чтобы устроиться на работу, вот катать Uber? Может ли это каждый, или это наоборот только, не все это могут? Все могут работать в Uber, и не только в Uber, там есть Bolt и Glovo. Просто надо делать аккаунт, сделать и с партнером, и все. Хорошо, какие-то, может, справки надо сделать? Какие справки здесь не надо, просто сделать аккаунт с партнером и ждать 28 часа. Все. И то есть, у тебя есть приложение на телефоне, ждешь заявку, то есть, и сейчас ты нам покажешь, да? Могу вам показать. Здесь я не в сети. Чтобы быть на сети, надо нажать на путь. Иногда здесь спрашивают твое фото. Просто надо сделать, ты сможешь работать. То есть сейчас уже, в принципе, ты в сети, и мы сейчас можем стоять, и тебе уже может прийти заявка, и ты поедешь, да? Да. Если хочешь много заказы, то тебе надо около Макдональдс или KFC и такие еще. А долго надо ждать, чтобы пришла заявка? Минимум 1 минут, а максимум 5 минут. Да. То есть всегда все приходит быстро, да? Да, сразу выйдет заказы. А расскажи, пожалуйста, тебе нравится здесь? Да, очень нравится, особенно в Uber. Спасибо тебе, Мухтар, большое. Спасибо, что согласился. Мы тебя отпускаем на заказ. Можешь тогда уже, в принципе, ехать. Давай мы тебе пожмем 5, пожелаем успеха. И тогда мы тебя отпускаем. Так, видите, как это все работает. Если у вас есть свободное время, вы можете брать спокойно, вот купить сумку, открыть себе аккаунт и зарабатывать еще дополнительные деньги. Работа позволяет еще брать какие-то дополнительные заработки, зарабатывать больше денег. И здесь действительно очень много возможностей. Так что все в ваших руках. Друзья, приезжайте к нам. У нас очень много вакансий. Как минимум, те же девушки могут отучиться на маникюр и зарабатывать хорошие деньги на маникюре. И вот, кстати, мы тоже запишем с девочками как-нибудь ролик, найдем, которые именно так вот работают и расскажут нам про маникюр. В общем, друзья, мы вас здесь ждем в Польше. Всем пока и до встречи.